Мы сегодня в роли корреспондентов, операторов, сами по себе. Марина Ивановна нам сейчас расскажет, что будет происходить. Будет происходить опрос по следам нашей работы за прошедшие 12 месяцев. Узнаем, знают ли люди нашего города, что такое 1740. Поговорим. Ответьте нам на пароль. Девчонки, ответьте нам на пароль. Поговорите с нами. Ну, представляете? Пожалуйста. Что такое 1740? 1740 – это рыбинская газета о событиях, которые происходят в Рыбинске. Какие-то запомнились события? Да, у нас было у самих в школе события, и у нас у самих брали интервью на 1740. Уже несколько раз давала сама интервью. А кто круче, Юрий Дудь или Тёма Лебедев? Тёма Лебедев. И что бы вы пожелали, ну, например, Тёме Лебедеву? Ну, во-первых, здоровья, побольше денег и побольше креативных идей. Спасибо. Ты тоже. Давай. Ну что, подробно ты? Это же от 30 секунд. Они опаздывают на работу. Понимаете? Они опаздывают на работу. А мы тут дурака валяем. Ребята, привет. Пожалуйста. Что? Пару вопросов. Давайте разговаривать. Что такое 1740? Не знаю. Первый раз. Не знаю. Нет, не знаю. Очень хорошо. А что вы знаете о молодежной прессе города Рыбинска? Проводит всякие опросы, собирает всякую информацию, выставляет новости. Так. Что запомнилось? Не знаю, какие не помню. События? Кроме опросов? Ничего. Нет. Отлично. А кто круче, Юрий Дудь или Тёма Лебедев? Юрий Дудь. Стоп, Лебедь. Не загоняйся, Юрий. Ладно, пускай будет Дудь. Так, что мы пожелаем молодежной прессе Рыбинска? Расти. Ну, успехов, это точно. Развиваться дальше. Куда? Только вперед. Массу набирать? Да. Хорошо, спасибо. Чишки! Здрасте. Давайте разговаривать-то. Они сейчас пятый раз пройдут. А, они туда сюда ходят. Ну им некуда. Что такое 1740? Взрослых. Нашли кого? Что? Какие вопросы? Давай, что такое 1740, вы знаете? Время? Это журнал такой нам выдавали в школе. А, да, в школе выдавали. Там с Рыбинском связано. А вы читали? Да. Да. Что интересное было самое? Про спорт. Про какой? Который у нас в Рыбинске. А какой у вас в Рыбинске спорт? Что зацепило, что остановилось в памяти? Про... Что-то с... Про теннис. Нет, там про теннис не было. Мы такое не читали. Про тэквондо или что-то похожее. А, про сам. Во. Про сам. Отлично. Mm-hmm. Кто круче, Юрий Дудь или Тёма Лебедев? Юрий Дудь. Тёма Лебедев. Что бы ты Тёме Лебедеву пожелала? Удачи. Зачем? В жизни я не знаю. Просто чтобы была. Да. А, спасибо, девчонки. Здоровья. Не за что. Так. Ответил на пару вопросов. Почему это? Почему это нет? Так, что бы вы пожелали молодежной прессе города Рыбинска? Хороших успехов, чтобы всегда какие-то хорошие положительные новости были. Ну, я то же самое. Ну, говори словами-то. Ну, чтобы нормально все шло. Спасибо. Мама, привет. Передай привет, мама. По машинам. Так, по машинам.
Покричи, мама приедет. Привет, мама. Вот, Ольза же. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое 17:40? Это телепрограмма. Так. Ну, группа там школьников, да. Ага. А еще? Не знаю. А что вам запомнилось из того, что вы прочитали? Я не читала, я только группу смотрела. Смотрела? Да. Какое? Маша Батуева. А о чем Машенька говорила? О том, что она, ну, что поменяла свою жизнь, когда она вошла в 17:40. Что бы ты ей пожелала? Удачи. А скажи, пожалуйста, кто круче, Юрий Дудь или Тёма Лебедев? Я не знаю, кто это. Пацаны, поговорите со мной, пожалуйста. Да, поговорите со мной, пожалуйста. О чем? А что такое 17:40? 17:40 это ну, группа там, она по Рыбинску показывает талант и спрашивает, вопросы там всякие задает. А что запомнилось? Можете сказать? Ну, я вот участвовал в этом, ну, в 17:40 отжимания. То есть там спрашивали, занимаетесь ли вы спортом и так далее. И ты чего делал? Ну, отжимался. Да ты что? Тебя да. Показывали? Да. А узнавать потом стали на улицах? Да нет. Жалко. А кто круче, Юрий Дудь или Тёма Лебедев? Не знаю, таких. Мне кажется, все-таки Дудь. Дудь? Да. Что бы вы пожелали журналистам 17:40? Чтобы было все качественнее и круче. Чтобы все было вообще хорошо. То есть на улучшение контента. Да здорово все было, жалко, что очень мало. Очень мало? Мы поняли на себе, что люди отвечают не на все, что им задаешь. И иногда это очень сложно вообще хоть кого-то поймать. И вообще убегают и не хотят общаться. Как мы будем контент улучшать? А бегать мы быстро не умеем. Уже. Короче, ребята, все вам хорошего и смелости вам больше, чем у нас. Наглости. И наглости. Здравой.